И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике еще один аддон рассмотрим по ригу, как он, значит, поможет, кому-то может понравиться. Сразу скажу, что информации по нем полностью поэтапной почти нет. Все кусками и пару роликов всего. Может, где-то еще есть, не нашел. Значит так, выбираем аддон, устанавливаем в Edit, в преференции, находим, так, как он называется, давайте вот Install, попробую найти, так, Blend Rig Master называется 6, он у меня уже установлен, поэтому не высветится, подходит только к версиям свыше 3, сейчас у меня 3.6 версия. Найдем на английском. Так, Blend. Вот он. Rigging Blend Rig 6. Ставим галочку. Все, он подключается. Где его найти? В Add арматура. И вот он. Blend Rig 6. Blend Rig. Вот этот. Мы его включаем. Сейчас. Ну, он очень долговато, значит, тут все подгружается. Так, высвечивается у нас вот окошко, это как консультант, что ли, да? Сразу в N-панели находим Blend Rig, он у вас высветится вот внизу или там где-то с вашими аддонами. Теперь переключаемся на вот эту вот функцию, четвертую. И тут начинается штука поэтапная такая. Я не нашел, где он, как он привязывается, что тут, как делается. Если я сейчас его привяжу, потом не могу менять, значит, расположение костей. Ну, давайте. Вот первая функция. Reproduction. Короче, у меня с английским плоховато. Мы ее включаем. И здесь у нас, видите, сколько всего поэтапно нужно пройти. Потом тут еще тоже функции, которые тоже поэтапно проходятся, я так понял. Много чего тут есть хорошего, но как все это дело подключается и полная регулировка. Ну, только сейчас давайте методом тыка, ну, чисто для информации посмотрим, да. Вот первую включаем, информация. Сейчас вот что-нибудь должно, во, поменялись у нас кости. Вот в такой внешний вид. Ну, здесь интуитивно понятно, что нужно выбрать какие-то косточки, вот управляшки, G, и подогнать к нашему персонажу. Ну, давайте попробуем это проделать. Может быть, что-то этакое и получится. Так. Что? Значит, все понятно, что нужно попасть на наши пальцы. Ну, как-то так-то, наверное. Так. Полноценно это еще все здесь дело не видно. Выберем. Давайте ступни. Ноги. Это вот большие вот эти вот управляшки. Единица на нампаде G. Подведем к нашим ногам. И у меня ноги перекручены. Значит, R, G. Чуть-чуть их тут надо подгонять. Посматривать. Так, теперь, раз мы это все перевели, ну, получается, что колени, вот эти вот косточки колен, тоже нужно как-то выравнивать. Потому что, если они привяжутся, потом все будет очень печально, да? Так, ладно, идем дальше. Симметрия. Вот что-то тут опять поменялось. Значит, опять же мы выбираем G, вот эти косточки, здесь уже, значит, кое-что понятно, надо это все дело выровнять на локтях, на ключицах, смотрим, прогоняем, я думаю, что это нужно вот ключицы аж до плечей устанавливать, потом опять же находим косточку вот эту вот площадки, единица на нампаде G, мы их опять подставляем. Это уже тут штука, даже можно с пальцами делать анимацию.
Ну вот к пальцам как-то давайте все это дело аккуратненько подведем. Вроде бы как аккуратно, да? Следом найдем косточку колена. Тройка на нампаде. Обязательно тоже угол поставить управляшки. Так, что у нас тут еще присутствует? У нас присутствуют косточки груди. Мы их тоже подгоняем. А вот, значит, с тазом, вот с позвоночником, тут уже немножко непонятно. Получается, если вот эти две косточки двигать вверх, то смещаются у нас грудные кости. Да? Получается желтая, как управляшка. Здесь все по тазу, все вроде бы нормально. Вот это все сдвигать. Ну, давайте попробуем выделить их вот так и сделать S. Так, G подведем тогда кверху. Не знаю, как это все дело будет потом. Тут вот деформация произошла грудных костей. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все сплющивается. Ну, в принципе, не есть Алекс Гуд, да? Теперь, ну давайте попробуем G и просто вот эту косточку тазовую поднимем кверху. Тогда она сольется с этой косточкой еще какой-то. Здесь нижнюю тогда оставим. Подведем, значит, вот эти вот бедренные кости чуть уменьшим. Ну, в принципе, что-то этакое получилось. Ладно, не суть вопроса. Тут есть еще вот такая сетка лицевая. Тройка на нампаде. И значит что? Нужно поправить позвонок. Это значит G. Выводим позвонок. Также тогда поправляем ключицу. Поправляем локоть. Чтобы опять же был изгиб. Что еще тут можно сделать? Так, у нас теперь выравнивание идет вот этих вот пальцев. Ну, давайте G подведем к нашим пальцам. Не знаю, S можно делать? Да. S уменьшаем, G подгоняем хотя бы к одному пальцу. Следом вид сбоку выравниваем. R как-то перекрутить чуть-чуть. Опять же G довести. Смотрим. Тут у нас пальцы изогнуты. Теперь нам нужно вот эти все пальцы выставлять. Дело кропотливое. Пока всем этим делом займешься, проще уже сделать свой риг. Так. Расстояние пальцев. Тут опять же, как все это дело смотреть, как это все корректировать. А ну-ка, единица на нампаде. Опустим еще ниже G. И получается, что теперь нужно выставить каждый вот этот палец по ровной. Ну, давайте помучаемся чуть-чуть, посидим. Кому интересно, да, что получится. Так, выровняем палец, опустим вот эти косточки. Так, здесь нужно палец тоже большой подогнать. Следом вот все желтое, все сливается. Так, теперь, что это за палец? G. Ну, пусть будет вот это, да? Так, смотрим с разных ракурсов. И теперь нужно все это дело опять же выравнивать. И чтобы попасть именно на этот палец. Опускаем ключевые вот эти косточки в mesh. Другой палец выставляем. Так, не путаемся, значит, с другими косточками. Смотрим теперь под разными ракурсами, потому что они сдвигаются. Так, смотрим, смотрим, подгоняем на пальцы стыка. Выравниваем косточки еще по костям вот этим
хрящиком. Так, чтобы палец не был кривой, иначе будет работать некорректно. Так, ну, допустим, что мы это дело сделали, да? Будем считать, что сделали. А, нет, вот еще. Большой палец я не подкорректировал. В смысле указательный. Ну, идет, конечно, искривление. Надо это все выравнивать. Так, ну, в принципе, что? Все сделано, да? Все тут по симметрии стоит. Вот единственное, что вот по ногам тут непонятно. У меня одна форма. Он, а ну-ка, вот тут еще куб какой-то есть. Можно пятки отвести. Насколько это потом даст ломку, не знаю. Так что идем дальше, не путаемся. Это, значит, симметрия. General Scale. Ждем, нажимаем, смотрим, что получится. Так, в принципе, все на месте стоит. Так, я сейчас все это дело сохраню обязательно, потому что стопудей сейчас дальше буду косяки делать. Так, не путаемся вот в этих, где нажимали мастер торсо. Смотрим на боковую вот эту штуку. Ну, вроде бы что, торса у нас есть. Так, теперь спин джойнт. Спинные. О, все понятно. Это вот теперь спинные джойнты. В принципе, они выставлены, да? Ну да, по позвонку вроде бы попали. Теперь спин лайн курватура. Опять же ждем, все чуть-чуть долговастенько происходит. Так, курватурой вот посмотрели, вроде бы тоже все попало. Дальше. Neck joint. Не знаю, что это такое. Тоже что-то со спиной. Head. Голова. Смотрим, что нам даст на... Тут какая-то галочка, что, мол, все, game over, все хорошо. Так, вот сейчас с лицевыми еще разобраться, как это все. Так, вот это на это. Head joint. А ну-ка, ну, попробуем. Head joint головы. Так, лицевую поправляем, шею поправляем. Так, что еще? Так, вот это вот лицо сейчас отдельно будет, наверное, как-то направляться. А ну-ка, смотрим, единица на нампаде. Вот это что это такое? Уменьшаем наш вот это фейс лица. Тройка на нампаде. Угу, прям еще уменьшаем. G подгоняем к нашему персонажу. Но глаза у нас выше. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот этот joint подтянуть кверху, я так понял, да? Тут вообще все ого-го, как много чего. Здесь что-то тоже, значит, у нас. Вот это должен быть G подбородок где-то. Вот какой-то куб. Вот тянем до подбородка, глаза. Так, опять же, head joint. Это куда его можно так вытянуть? Мама, не горуй. Так, ну нос попал, глаза вроде бы попали. Теперь вот все ж нестандартно. И получается по рту. Что у нас тут по рту? Вот эта штука G.
Если мы ее будем опускать, опускаются и глаза. Находим. Это ротовая кость. Нос. Попал, не знаю. Так, теперь где-то должен быть куб какой-то. Вот это вот чего-то такое, что непонятное, да? Так, вот это весь рот. Вот он какой-то куб еще. Ну, это я вам скажу. А, вот она управляет ртом. Делаем S. Делаем G. Опускаем наш рот до нашего рта. Но здесь вот еще присутствует сетка. Ее, наверное, потом где-то настраивают. А ну-ка, вот еще какая-то. А, это верхняя губа. Вот она. Ага, это не нижняя. Так, вот это кто такой? Ох, ёханы валет, а. Так, ну это сетка, да? Джоинты, не джоинты. Как? Получается, вот это G, верхняя губа, а вот это получается нижняя, но она не двигается. И за верхней не двигается. Общая, где у них тут управляшка должна какая-то быть, да? Так. Ох, ну ладно, это сейчас дальше будем разбираться. Так, вот они тоже боковушки какие-то. Они должны у лица, я так думаю, быть. Так, вот это вот. Это ограничение, наверное, по фейсу. Ну, пойдем дальше. Head джойнты были. Head tune. Жмем, что получится у нас с хиатуном. Вот тут какие-то точки надо выставить. Вот они. Так, а точки какие? Вот это ухо. Ладно, ухо выставили. Вот это что такое? Так, лицо что-то у нас как-то не попадает. Так, ротовая. Проще ставить кости и закрыть сразу рот, наверное. Тогда все попадет. Но опять же, если у нас нестандартный какой-то персонаж, то будет, наверное, вава. Ай-яй-яй. Так, ладно, идем дальше. Хеатун был 10-й. Брес, Пекс, Мэкс, Фекс. Что тут такое? Так, это у нас что-то грудное. А ну-ка. Грудное поставили. Бодилатик. Так, о, бодилатик. Это какие-то у нас еще тут какие-то должны быть вот эти функции, да? Так, грудь. G. Заводим вглубь. Что это? Пупок.
G. Ладно, выравниваем вот эту штуку. Выравниваем. И заднюю штуку выравниваем. Ага, по заднице. Так, вот эту, я думаю, так, еще поближе на живот, наверное, на, оп. А эту прям ближе к груди. А эту прям ближе к заду. Так, латик, боди латик, head side. Так, выставляем ноги. Ну, вроде бы, что ноги? Что ноги-то? Ноги, так сразу ноги. Ну, вроде бы все выставлено. Так, вот это сбоку, нижняя стоит, по ноге попало. Это потому, что у нас персонаж, значит, как... ну, стандартный, да, вот более ноги такие стандартные. Вроде бы все попало. Ну, тут еще пальцы надо подкорректировать. А ну-ка. G. G. Выравниваем пальцы. Так, вроде бы пальцы что? Сделаны. Ну, можем, наверное, вот эти вот еще G пониже опустить. А ну-ка, Ctrl-Z. Ну, в принципе, что? Так, опять сохранюсь, потому что сейчас опять что-то натворю. Так, это значит head side, head... это кто у нас? Сайт. Вот, они даже подсказывают, что вы тут нажимаете. Видите, можно вот здесь галочками вернуться на шаг назад. Я так понял, что на шаг вперед. Это нам теперь нужен 13-й штукенция. Так, здесь мы должны уже подгадать, что тут должны подгадать. Это вот этот куб. Вот этот куб. Он не двигается, да? Так, ладно. Ну, все по пальцам вроде попало. А ну-ка. А, вот. Можно стопу... уменьшить, да? А каким волшебным это делается? А ну-ка, S. Уменьшается-то вся нога. А ну-ка, G. Тогда смещается пятка. Ctrl-Z. Ладно, пока так оставим. Вроде бы все попало. Так, 13. Идем по 14-му. Foot side. Так, боковушки. Ну, тут уже понятно. Это значит G поближе к ноге. Это значит тоже выставляется foot side. Перекручивается R английская. Так. Еще поближе. Ну, в принципе, да. Так, 14. 15. Leg. Так и английский язык выучишь. Что-то leg долговато. О! Лег. Ноги. Колени выставляем. Ну, пах выставлен. Стопы. Так, вот эти вот нужно выставить тоже раз. Угу. По костяшкам. Ладно, проехали. 15-й, 16-й.
Так, вот, тут тоже уже понятно, что вот эта вот офигенная косточка, и вот ее нужно тут корректировать. Вот она, зелененькая. Где начинаются пальцы и где они заканчиваются. Так, ну значит что, а ну-ка. Alt-G. Так. Ну, в принципе, что тут красненькими полосочками. Так, значит, должно быть две красненькие. Да, вот эта вот штука тоже поближе. Или какая их тут две? А ну-ка, вот это. Это идет на сгибе где-то. Вот тут, наверное. А это идет на сгиб в начале пальцев. Ну, выставили, да? Так, 16-е, 17-е. То есть пальцы выставлять надо. Ладно, проходим этот момент. Так, теперь армс, кости. На куда кости? Так, кости, значит, у нас выставляются. Ну, вроде бы они выставлены, да? Ключица выставлена, все вроде выставлено. По плечам все нормально. 18-е. Ну, ох, ё, пока вот это все пройдешь, это проще тест закончить, да, или квест какой-нибудь. Так, hand joint. Это шиздец. Так-то неплохой, согласен. Все, зашибись. Вот ручки тут, все он говорит. Скрупулезно подошли, значит, к аддону. Вот это. Все, это у нас на костяшках. Все нормально. Так, 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 так. И, короче, какой тут 19-й, 20-й финджеры. Так, это теперь выставляются пальцы. Хотя я пальцы вначале уже выставил, да? Поправляются. 21-й тун лимс. Аджаст какой-то. Аджаст. Так, ноги. Так, ладно, давай ноги. И чё ноги? Колени выставлены. Чё мне вот эту... А, так. Ну, в принципе, чё? Ноги есть ноги. Ноги вроде выставлены. Дальше. 22-й Toon Scale. Единица на нампаде Toon Scale. А перса нету. Вы видите, что персонаж у нас как бы не привязан. Если я его сейчас... А ну-ка, давайте сейчас файл опять же сейв. И чтобы у нас появилась вот эта сетка вокруг нашего персонажа, я думаю, надо выбрать персонажа и привязать. Потому что так аддон не работает, значит, нужно теперь его привязать. Я думал, он будет вязаться автоматически. Ctrl-P, White Automatic Widget. Очень долговато тут все крепится. Ну, наверное, качественно все. Вот сейчас вокруг персонажа должна быть у нас сетка, которую мы должны эту сетку по нему выровнять, чтобы по телу, чтобы точно все веса легли, там еще что-то. Но это тоже дело понятное. Но вроде как и непонятное. Так, вы видите, что получилась какая
кака, да? Вот поэтому теперь возвращаемся, открываем назад нашу вот эту сохраненную, значит, сохраненный вариант. Выходим назад и идем 22 у нас, да? Ладно. Проскакиваем 23-ю. Face General. А, все понятно. Стопки. Вот это, вот они. Такие нет. А ну-ка вернемся на 22. Во. Теперь мы вернулись, вроде что-то получилось. А как так же это? Так, теперь что у нас? Нижняя тут настройка. Стик, миг, пик. Все вроде выставлено. Идем теперь на 20. На 23. Теперь у нас получается 24. Интересненько. Парадоксально. И что-то вот когда это все делаешь, и уже что-то и не хочется потом анимации делать. Так, 23, 24 я нажал, он до сих делается надо, да? Ну да, о, все, 24 сделался. И что нам теперь? Нам теперь нужно вот эти контроллеры, вот эти все лицевые, присторопить к голове, да? Так, единица на нампаде. Выбираем контроллер рта. Рот подставляем к нашему, значит, персонажу. Делаем S. Наверное, S. Так, тут может использовать move. А ну-ка. Ну, вроде ничего не забылось. Так, это рот. Подставляем тройка на нампаде. Выводим, наверное, чуть вперед. Наверное, можно сделать R. Я не знаю, как они будут там привязываться. Выравниваем все это дело, как бы внутренняя, наружная всякая часть. Теперь выбираем глаза, делаем S, делаем G, подстановку глазам. Так, боковухи тут, вот это что? Это должен быть, по идее, подбородок. Во, тогда еще рот чуть-чуть опустим, чуть R. Где-то перекрутить, рот чуть несимметричен. Так, нос. Ладно, нос вроде бы попал. Так, теперь по бровям. Так, а брови как отдельно? Вот так, наверное, выходит. А ну-ка. Ну да. А, не, за брови отвечает... Не, это глаза. Да, это глаза слежка. Так, 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 это другая функция. Так, что у нас тут? А ну-ка. G. Брови можно вот еще тут корректировать как-то. Подгонять. Ладно, 25-я. В
принципе, вот за это время я бы уже и лицевой риг сделал, и из кости вставил, и уже бы все поднастроил. Так что смотрим дальше. Что у нас тут? Глаза. Так. Все хорошо, но у меня тут глаз нету. И что? На, о, вот эти глаза, на. А ну-ка, S. Ну, вроде бы попало. 26-й пункт. R Pivot Placement какой-то. Placement. Долговастенько все это дело идет, конечно. Во, и что? Опять вот эту всю штуку подгонять. Я ж только выставил. И получается теперь, что у нас тут? Кто бы знал, за что тянуть. А, вот она еще. Тройка на нампаде. G. R. Выравниваем нашу сетку. Главное, сеткой вот этой не могу я водить. Так, теперь. А вот это что такое? А этими я вот ухо не могу. А, во. Одной я подвожу, значит, ухо. Тогда выбираем вот этот placement. Ну, как-то так-то. А ну-ка. И верхний должен нас как-то утянуть поровнее. Ну, как-то так-то. Ладно. Пойдет дальше. Это 26, 27. О! Ну, тут уже получше что-то получается. Так, тройка на нампаде. Это брови, да? Хоть показывают, что брови. И что? Брови. А, во. Ну, брови мы... Опа, опа, отведем и поднастроим. Я опять сохранюсь, потому что мало ли что. Так, 27, 28. Йо, вот это они. А те еще функции, если проходить. Или достаточно будет вот этого всего пройти. Вот написано запекание. Bone rules и Inverse Kinematic и Repropoрции Finish. Ну, давайте попробуем до конца хотя бы одной функции дойдем. Так, брови все, ладно. Так, это тоже все. Ладно, пропускаем. 28, 29. И вот вопрос, если я это все дело не проделаю, ну, перескакивать буду, то риг будет неполноценный. Но я даже не уверен, что он сейчас будет, вот уже глаза сместились. Получается, как мне вот их... Так, да? А так у меня рот будет не попадать. Мне главное выровнять рот, тогда мне вот эту опять надо натягивать. У меня опять рот куда-то убегает этот. Сетка-то вот она. Вот надо по этой сетке рот и подгадывать. А ну-ка.
Отгадываем опять рот и опять, короче, повыше натянем за раз. Будем считать, вроде бы как бы выровнялась, да, хотя я уже выровнял, зачем ее еще раз вот это все дело подгадывать. Так, тройка на нампаде. Ну, вроде бы попало и по скулам, ладно, 30-я, 31-я. Как опрос статистики, да, ну 31-е, что там, глаза надо теперь выставить. Ну, чтоб точно, да. Вот давайте глаза теперь, что они тут. Вот этой сеткой я пользоваться вообще не могу. Вот глаза. Ну, допустим, я их выставил, ладно. Пункт 32, поехали. Эх, ох, уже можно было и анимацию какую-то сделать. Так, смотрим, что тут. Тридцать два. Опять подкорректируйте глаза. Каким образом это, блин, все делать? У меня глаза, вот если по вот этому кубу считать, то он выровнен. Ну, опять же, он показывает сетку, вытяни. Я не могу работать с сеткой, во-первых. Вот он говорит, вот эти вот на кубики выставлять, да? Все понятно, но я их не могу выставить. Если только вот эту вот тянуть. Ладно, натянули, пойдет. 32, 33, все равно я думаю, что... Точно ничего тут не получится путнего. Ну, для понимания, хотя бы дойти до Bone Rules вот этого. Или до Buck Rig. Вот опять, говорит, глаза. Подтяни какие-то кубики. Где я вам эти кубики понахожу? Ну, вот я их выставляю. Дальше. 33, 34, чек. Ctrls Controls. Check Controls. Выставить теперь вот нос. Ну, с носом, думаю, проблем не будет, а ну. Да не скажи, да? Ну вот, переносицу, ладно, я поднялся, это она. Теперь что нужно? Глазные какие-то, ну. А, она вся моя передвинулась, треугольнички. А, вот он еще, какой-то треугольничек. Ну, погнали дальше. Нос.
Так, нос. Ну, тут понятно. Вот он кубик. Нос выставлен. А ну-ка, G. Ладно, все, нос, а ну во, а ну-ка. Тройка на нампаде. Выставляем нос. Так, а где тут еще? Вот этот кубик опускаем до уровня носа. Во! Эти козявки тоже. А других кубиков нету. А ну, вот он есть. Кружочек. Кружочек. Это что, кубик? А, во. Ну ладно, вот линию, куда ее ставить там? На сапатку. Вот, она у них ровная, а у меня изогнутая. Почему? А, во. Ну, хотя-то нос не такой. Ладно, погнали дальше. Нос 35-36. Джау. Джау, что такое? А, подбородок. Ну, тут уже понятно, да? Я его уже двигал. И на подбородок. Во. Дальше идет 37. Lower face jointy. Joint. Ах, тут будет сейчас фейс лица. Мама, не горуй. Так, ну это тоже вроде бы понятно. Так, и она вроде бы даже и стоит там, где и надо. Так, на щеке. Ну все, нормально. 38. Погнали. Mount, center and arch. Эрч, арч. Непонятно, непонятно вообще. И опа, вот. Так, это у нас значит... Ротовая вот эта штука. Ох, зачем столько заморочек? Я не понимаю. Так. Вот она, так. Ну, желательно рот закрывать персонажу косточкой, чтобы потом все это дело подходило. Так, 38, 39. Ладно, будем считать, что выставлено. Система меня вообще не устраивает. Она может на шиздец какая точная. Может, если все правильно выставить, будет прям рай. Ну, что? Что тут у нас с артом? Ну, рот вроде бы установлен. Вроде там, где и должен быть. Дальше идем.
39 сорокес Munch Control. Munch Controls. Так, теперь вот здесь уже я эту штуку видел. Вот она. Так, тройка на нампаде. Это у нас идет подгубная эта штука. Теперь. Блин, как тут все в красках. Теперь нужно найти вот эти вот. Вот это они, наверное. А ну-ка. Нет, не они, а вот эти площадки на. И подкручиваем. Ну, следом стопудей скажет, подкрути вот эту височную. Так, а вот это что? Ну, все, вроде бы она. Так, 40, 41. Во! Ну, вот это уже понятно, но я не вижу за всей этой штукенцы за всеми этими рисунками. Не вижу рот. В принципе, он у меня стоит, наверное, нормально. А, не. G. Он еще какие-то кубики тут. Хотя бы убирали ненужное, чтобы настройка была без всей вот этой сетки. Вот только вот это высветилось бы. А ну-ка. Ох ты, в костях это вообще. Так, white. Тут я вообще не разберусь. Так, environment. Stick. В стиках вообще. Господи, господя! Так, это на желтое, а потом будет выставляться. Тут вот этих костей и фиг отключишь. Ну ладно. Минус. Это очень минус. Так. 42. Да, мэбл центр курвы, контроллеры центральные привязаны к курве. Ладно, молодцы, спасибо. 42, 43, липс. Так, тут уже губы. Липсы. Липсы это красненькие квадратики. Но они у меня в принципе на губах. Блин, уже глаза болят на это все дело смотреть.
Так, погнали дальше. 43, 44. Ну, вроде что-то подправил. Столько внимания лицу, это шиздец. Тут у меня желтая какая-то перекоробила ее. Ладно, проезжаем. Тут я вообще в догадках. Едем дальше. 44-45. Уже близок, значит, запекание. Лук может что-то перескочить. Уже прям хочется перескочить. И уже, ну, хватит, мол. Да нет. Так, вот теперь мы должны привязать зубы. Тут вопрос. Где я должен... Это получается, я должен зайти в Object Mode, выбрать моего персонажа, сделать H, теперь найти, допустим, ну, где-то были тут зубы на другой модели, и должен сюда прикрепить зубы. Ну это шиздец. Ладно. Пусть, допустим, они автоматически пусть крепятся, да? Ладно. Ладно. Так, теперь Object Mode. Возвращаемся. Я еще раз сохранюсь. Так, это 45. 46. Наверное, нижние теперь будут зубы. Да. Теперь будут нижние зубы вязаться. Которых, в принципе, пока нет, допустим, да? Потом, что у нас будет? Тангу, тангу, тангуай, тангуай, бля. Бла-бла-бла-бла-бла. Я даже вырезать вот эти вот не буду расстояния, чтобы вы понимали, насколько это все долговасто происходит. О, это язык теперь. 47-й. Это язык. Языка нымая. Вот бы он еще автоматически находил там этот язык, эти зубы. И все так это дело выставлял. Не, ну работа, конечно, блин, отдать должное. Так постараться, это надо постараться, чтобы так вот плодотворно подойти. Я уже не говорю, сколько уже здесь, значит, вот в этой коллекции, сколько тут настроек, от которых можно включать, отключать, которые будут рендериться, не будут рендериться. Это 60. Так, ладно, 47. Что-то 48 так и не хочет. Так, а, во. Теперь я должен за этой сеткой. Я ее даже отключить не могу, всю сетку эту. И что? И что-то я тут вообще все отключил. Infront стоит, а Bibon. И где ты? Ладно, 40. Хоть бы там бы найти костеньки. Ох, мать, что ты, а? Ну ладно. 49. Глаза. Вот тоже, которых нет. Появится назад сетка. О, появилась. Это я теперь должен... Подождите, Эрс, это же не уши.
У меня их тут у персонажа в принципе и нет. В принципе, можно отвести чуть-чуть от башки. Ладно. Так, дальше 49.50. Хат. Хат, хат, хат. Знакомое что-то. Хед. Голова, хат. Хат глазес. Тройка на нампаде. Вот эту вот нужно точку найти. Где этот хат глазес? Я его тут не вижу. Точки вот этой сетки. Вот это что такое? А, во. Форма носа нашлась. Нифига себе. О, вот она, хат глазес. Вот это дуги. Ладно, проехали. 51. Лук. Так, лук-тук. И чё? Вот эту штуку куда я должен отвезти? Ладно, это типа он настраивает. Поверим, что он сам тут все настраивает. Все, баг, я это все делаю. Все это запекаю. Ноги как-то у меня что-то в бок куда-то ушли. А сейчас поправишь, это будет потом шиздец, ломка, да? Ну ладно. А ну-ка, можно что и колено-то перекрутить. А нам это смысл никакой не дает, только гемор. Ладно, еще раз бак. Бак ал. Английская, так это все он запекает. Это шиздец. Тем, кто только начал делать риги, пока сюда не лезьте. Разочаруетесь полностью, наверное, сразу же. Лучше делайте свои простенькие, потом переходите вот в предыдущие риги, которые я показывал, миксамовские. Они тоже неплохие, хорошо работают. Так, ну, ты запек. Вот ему там тяжко, наверное, как он это все пытается запечь. Ну, повторюсь, аддон прям хорошо над ним поработали. Так, английская А. Так, баг бон рулс. И чё? Бок, рунц. Ну, пальцы на месте. Теперь их чек. Вот бы еще по-русски он тут писал бы.
move controller and check while the length band correction in case the arms or legs don't bend to the X rotation of red keepers to make them bend. Ни хрена не понял. Так, половина непонятная, и чё? А ну, вот эти, наверное, тебе нужно выставить. А ну-ка, куда? G. Нет, не Enter. G. Вот эти, что ли? Так и нет. Вот это сейчас поставил, то будет мне, наверное. Может, он тут и должен стоять. Что это такое вот это? Ориентир, шарик какой-то, да? Держит кубик. Кубик, понятно. Ладно. Ретопо. Одно и то же тут, значит, сюда можно не стрематься. Все. О, зашибись. И теперь что у нас тут? Лицо, мама, не горуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Та-дин, та-дин. Как тут под хвост куда-то смотрит весь вот этот шняк. Так, ладно, это мы сделали. Все, дальше я не буду все проходить вот этот латики, пациент, mesh deform тут полностью. Это все вот это надо пройти, это просто чокнуться. Да. Так, R, чего тут у меня? Automated moment. Автоматический. Ретопофло. Во! Бокал. Ретопофло. Полцом. Тоже. Что тут сделает сейчас? Боди бибоны. Боди коллижн. Facial settings, lay settings, dynamic shaping, ragging, wagging, sagging. New start the... Чё, по новой, что ли, пойдёт? New, no, you don't repropoporcia, репропорции. Во какая штука. Боди кулис. Коллизион. Ух ты, коллизия. Это нам понятно. Ой, джойнты. И что? Ну, давай уже хоть что-нибудь тут роди. А мальчишка тут какой-то монстр. А не, оттенки красного. Так, ну давай, давай, давай. Во-во-во. Ну, что, порадуешь прям все и прям работать будешь. А ну-ка, давай-ка с лицом вообще тут. Батюшки, мой свет. Так, а ну-ка. Неймы не стоят, вот эти ориентации.
Front. Custom. Знать бы английский, сейчас собью, наверное, всю эту штуку. Так. Dynamic Setting. Ну, вроде тут все выставлено Custom Alix. Это, по идее, я в EditMode сейчас должен был все это дело подправить. И вот я, допустим, сейчас подправил, нажимаю Custom Alix, вот этот. И сейчас у меня все, в принципе, должно заработать. Но я не вижу, где привязывается автоматом персонаж, как они показывают, что привязанный персонаж, и там все уже готовые есть анимации для теста этого фейс лица. Там для работы какой-то, может, это не полный или какой-то аддон, может, сокращенный, там есть еще навороченный, наверное, там, о, мама, не горюй, как сядешь рик делать, и к концу года только все вопросы порешаешь. Во. Ну, ничего, так оно, надеюсь, не разочаруюсь. Так, теперь что? Я в постмод. Выбираю главную кость. Он рик не привязан. Так, единица на нампаде. Так, ничего тут больше. Blend Rig Reset Dynamic Shape. Это сбросить, я так понял. Так, теперь заходим в Object Mode. Сохраню вот этот файл. Файл Save. А вот теперь попробуем привязать. Выберем персонажа, делаем Ctrl-P, White Automatic и еще разочек посидим, перекурим. Тут у нас с сигаретой, с пивком сидеть, так чипсами заедать. Милое дело. Все равно потом, когда ты его сделаешь, я уже вот все. Сейчас, в принципе, уже наигрался костями. Не хочу уже сидеть делать какую-то анимацию. Ну, желание у меня потухло. Еще хорошо, если он сейчас заработает. Ладно уж там фейс лица. Хоть бы вот это кости нормально, вот, ну, тело работало. А там уже посмотрим. Это уже не столь важно. Потом еще нужно будет найти кости, которым там привязать рот, зубы, вот эти, язык. Как все это так долго все это запекаешь, привязываешь, уху-ху. Блендер, наверное, в лахере скажет, ты кто это такое заделал, такое очень нужное дело, а? Это шиндец. Ладно, пока он там вяжет, еще раз, Rig Tool, значит, аддон, потом Bond Dynamic Pro. Потом еще, что тут еще, миксамовский, АБП и слэш. Если кому-то нужны, напишите, перешлю. Так, и что выбираем теперь? Так, я, наверное, сейчас вот это подключаю. Аж. Ухма! Ну, что и следовало доказать. То есть следует доказать, это ужас какой-то. А ну, так вот это пока можно, наверное, закрыть. Во-первых, неудобные контроллеры. G. Руки, если еще нормально, ну, вот там что-то, какая-то кость куда-то тянет. Ладно.
трудно выбирать вот эти вот, находить с ногами. Вы видите, что происходит с ногами. Только долго. Вот это вот, что это такое? Вот это вот. Вот нафига это? Которыми я не могу регулировать. Они должны были куда-то привязываться. А они должны были привязываться к коленям. Но там такого ж не было. Привяжи к коленям эту хрень. Так, что у нас тут? Батюшки ты святые. Ну, радует только, что оно... А, грудь только действует, а ну-ка, глаза, ну, слава богу, их нет. Словом, матери божия, только время потратить. Так, все, решайте сами, нужен вам этот аддон, не нужен. Все вот эти контроллеры, все вот это можно сделать было уже самому, по бырикому. Вот так вот. Все, всем пока, до свидания.